Кто такой Сергей Дугин? Что-то знакомое. Наш барнаульский депутат. Знаю, наш губернатор. Городоначальник наш. Сегодня он в отставку подал. Расскажите вот в связи с этим, как много он сделал для города, по вашему мнению? Ну, я не могу ничего такого сказать, потому что, ну, нет, время, срок небольшой, поэтому отследить какие-то дела его, к сожалению, нет, не могу дать никакой информации. Город-то у нас прекрасный. Я думаю, что он вложил много труда. Потому что кто-то, вот мои одноклассники бывшие приезжали, сколько лет не были, они не узнали Барнаул. Он очень красивый. Мы гордимся им. Судя по тому, как нынче улицы долбят, это да. Получается, это главное теперь его дело. В этом году точно. Лучше, красивше, чище. И дома очень красивые, дороги очень... Все хорошо. А зачем подал в отставку? Пусть возвращается. Сильно... Пусть возвращается. Нет, намного хорошо. Много зелени, дороги очень хорошие. Все хорошо.